Как многие знают, смородина неприхотлива в уходе за собой, но и запускать кустарники не следует, особенно ближе к осени. Как раз в этот период времени особенно важно правильно произвести подкормку и удобрение кустов. Смородине необходимо подкопить сил на зимнее время, чтобы к весне начать давать активный рост и противодействовать влиянию различных болезней. При подкормке кустов смородины в период осени активно используются калийные удобрения. Эти вещества создают для растения защиту от морозов, а к весне дают силы к новому росту и плодоношению ягод. С целью не нанести вред кустарникам и тем более не допустить их погибели, подкормку лучше проводить в правильные сроки и теми удобрениями, которые принесут те необходимые вещества, которых не хватает кустарникам на данный момент времени. Оптимальными минеральными удобрениями являются сульфат калия и суперфосфат. Они достаточно доступны по цене и по наличию в любом садовом магазине. По 2 столовые ложки каждого из этих удобрений распределяйте под куст, предварительно оросив землю водой, если погода сухая. Если говорить об органических удобрениях, то хорошо подойдет перегной или навоз. Для удобрения навоз разбавляют водой в пропорции 1 к 4. Под один кустарник достаточно удобрить 10 литров удобрения. Помочь кустам смородины насытиться полезными веществами перед зимним периодом – очень важное действие, нацеленное на будущий прирост урожая. Зная правильно сроки подкормки и состав нужных удобрений, смородина не будет требовать к себе большего внимания и принесет вам на будущий год отменные плоды.